Не умеешь целоваться? Нет. И в юности ты не был популярен у девочек? Ага. Бедолага, и до тебя даже никто не домогался? Нет, постой, чего? Здравствуйте, меня зовут Жак Шарлак, и сегодня я обучу вас всем секретам поцелуя, и уж поверьте, я в этом разбираюсь. Никогда не целовался? Значит, тебе явно нужна тренировка. Используй для этого обычную помидорку. У, детка, ты такая красная и сочная. Только не увлекайся. Мне так нравятся твои формы. Эй, парень, хочешь, я потрогаю твой пестик? Так, гражданка, покажите, где он вас трогал. Может, я покажу тебе это в другом месте? Если вы оказались в подобной ситуации, значит, уже хватит совращать овощи. Пора переходить на людей! Романтичная атмосфера поможет тебе добиться задуманного. Вау, не так быстро, парень. Значит, сегодня мне это не понадобится. Скажи ей пару комплиментов, чтобы создать настроение. Твоя душа подобна океану. Это место просто прекрасно. Должен сказать, у тебя отличный вкус. А еще тебе очень идет эта шляпка. Поцелуи бывают самыми разными, и я расскажу тебе о лучших из них. Французский поцелуй, классический поцелуй с языком, но используй его осторожно. Хе-хе-хе, детка, хочешь пообниматься? Прости, но у меня есть парень. Какой нахрен парень? Ты кто такой? Рад познакомиться, я Герпес. Твою же мать. Мельница. Ты так отлично владеешь языком. Думаю, я знаю, как найти ему применение. Да неужели? О да, детка, мой пол никогда еще не был таким чистым, и посуда тоже. О да. Поцелуй в щечку. А можно я тебя поцелую в щечку? Можно, но только без языка. Блин, серьезно? Ну ладно, как скажешь. И если ты решил ее поцеловать, то не спрашивай разрешения. Будь уверен в себе. А можно я тебя поцелую? Можно. А с языком? Фу, ты что? Нет, конечно. Постой, не уходи, мам. Используй прикосновение. Что ты там руками делаешь? Я хочу найти ту самую секретную точку. Нет, постой, не надо. Почему же? А, вот она где. И самое главное, не забывай закрывать глаза при поцелуе. Ой, прости, я не закрыл тебе глаза. Вот. Молодой человек, пожалуйста, покиньте кладбище. Нет, я должен ее поцеловать, и тогда она проснется. Нет! Думаю, нужно поместить ее в более подходящее место. Точняк. Здорово, ребятки! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если тебе понравилось, то обязательно подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, комментируй и рассказывай об этом видео всем своим друзьям. Можешь еще этот видосик глянуть, или этот. Ну все, увижу тебя в бесконечности.